Заседание провели рядом с построенной развязкой около станицы Елизаветинская. Вениамину Кондратьеву доложили, что реконструкцию прилегающего участка закончат 30 ноября. Глава региона проехал по трассе и оценил ход работ. Все, что мы делаем, и должно иметь логическое завершение. В противном случае делать дороги ради того, что мы делаем дороги, это сегодня уже никого не устраивает. Отчетность количественного показателя не значит качество для авто сегодня владельца. Вот в чем вопрос. Автовладельцы говорят о том, что сегодня вроде километража много, а дорог мало. Вот здесь был очень аварийно опасный участок дороги. Здесь вообще было три полосы, пробка постоянно стояла на многие километры. На сегодняшний день доведен участок дороги до первой категории. На этом участке 6 полос для движения автомобильного транспорта, шумозащитные экраны и везде выполнены подземные пешеходные переходы. Насколько удобны для движения подземные переходы, Вениамин Кондратьев проверил лично, спустился в один из них. Глава региона высоко оценил проделанную работу. На реконструируемом участке дороги 4 подземных перехода. Все они оборудованы для передвижения маломобильных граждан.